Так, мне надо туда. Пролом в стене крепости. Все монстры пробрались у нас снизу нашей крепости. Не нравится мне все это. Нас ждет еще одна атака. Мы должны нанести удар первыми. Канализации какие-то пошли. Быстро. В руках сила Фол! Пожиратели душ — это бич всех живых, порождение безграничного зла из самых глубин преисподней. Быстрые и подвижные пожиратели стремительно притягиваются к своей жертве с помощью длинного языка, после чего запрыгивают на нее. И тогда пожирателя уже невозможно остановить. Зверь приступает к кровавому пиршеству. Мои прислужники. Людишки надеются укрыться за своими жалкими стенами. Но они не видели и толики нашей мощи. Мы обрушим на них все силы преисподней. Девчонка еще слаба, а их герой даже не заподозрит, что мы можем напасть снизу. Напустите на них ненасытного зверя. Ого-го. Мы сейчас как раз находимся внизу, и этот зверь какой-то, о котором он говорит, он находится где-то здесь. Так как мы находимся в подвалах замка. Так, тут вроде все обшарили. Нет, нет, нет. Еще есть. Удар грома! Вот это урончик. Здесь, походу, будет что-то. Ха! Меткий удар! И это все? Так, ага, вон туда, наверх. Еще одно место, если у нас не расследованное, не обследованное.
Вот здесь. Были воинами исключительной силы. Они не только овладели силой света, оружия и щита, но даже собственное тело превратили в оружие. Каждый из них поклялся жить и умереть согласно кодексу крестоносцев. 2 сотни лет назад воины этого ордена собрали своих учеников и направились в восточные болота. С тех пор о них никто не слышал. До недавнего времени. Есть точка. Да-да-да, давай сюда. Так. Тут поди будет чудище, тут есть какой-то камень портальский. Нет, это портал, просто портал. Так, уровень 2. Силы зла окружили цитадель. Мы должны защитить невинных. Удар грома! Гул, возвещающее приближение демонов-сотрясателей, можно услышать издалека. Эти тяжелые чудища неспешно идут вперед, содрогая землю своими массивными кулаками. Под разрушительными ударами сотрясателей пало множество укреплений и несметное число противников. Уповаю на то, что эти демоны никогда больше не проникнут в наш мир. Вот это колесико. Интересно, для чего оно? В моих руках сила Фолл! Штяк. Я оказался сильнее. Так, тут все обследовано у нас. Это что? Я оказался сильнее! Так-то.
оказался сильнее! Как так-то, блядь? А, вот здесь, наверное, проход. Нормально. Я не стану этого делать. Я оказался сильнее! Ты просишь невозможного. Так, здесь были. Так, там есть место. Никто не знает, сколько демонов проникло в пролом. Мы должны быть готовы к худшему. Да, так и знал, прохода здесь нету. Давай ниже глянем. Возможно, там есть где-то. Да. Да, есть. Все.
Жесть какая, уже третий уровень крепости. Так, найти кладовую бастион. Ему на помощь! Ебать, пса в рот. Я пока не готов. Как-то, сука. И это, блядь, был просто моб. О, есть подъемничек. Давай глянем, что за подъемник. А, монетки. Оказался сильнее. Необычная это была битва. Ну тут стопудово сейчас будет мутант, блять, какой-нибудь. Кладовая? Ёб твою мы мать. Мы здесь не одни. Опанцы. Убийца владыки Белиала! Я сожру твою плоть и разгрызу твои кости! Ёбаный пердун. Закрыли дверки мне. Ладно, сука. Мой кент вообще не отнимает у него нисколечко. Это я его нагрел. Давай сюда, подойди только. Пиздец тебе будет. Я не могу.
И ни один не погибнет зря. Так, обойдем, посмотрим все. Человеческие узники запаниковали. Видимо, они заметили, что им приносят мясо только тогда, когда кого-то из них перед этим выволокли из камеры. Так не пойдет. Забейте тех, кто морит себя голодом, и скормите их другим пленникам. А когда они набьют животы, наступит время моей трапезы. Так, что мы подобрали с вами? Чародей. Не могу. Щит 418, охренеть. Так, у меня стояло вот это. Это ты хорошо придумал. Так, да. Остальное можно продавать. Да. Я возвращаюсь в город. В оружейную бастиона, чтобы разобраться, что за ужасные звуки доносятся оттуда. Ладно, друзья, он здесь мы серию тебе, закончим уже. Чтобы ты тоже шел туда. Увидимся в продолжении всего этого хаоса, бляха-муха. Ну все, пока-пока.